В Мурманске появится художественная школа. Она разместится в здании 12-й школы по улице Полярной дивизии. Правда, учиться там дети смогут только после того, как здание капитально отремонтируют. 7 лет здание 12-й Мурманской школы пустовало. Все из-за того, что его признали аварийным. И находиться там и детям, и взрослым было опасно. Сейчас здание капитально ремонтируют, после чего разместят здесь художественную школу. Я напомню, что несколько лет назад Мурманская художественная школа входила в 50 лучших школ Российской Федерации. Ну это просто, знаете, когда я цифру произношу, 50 лучших школ Российской Федерации, знаете, оторопь берет. Это действительно наша Мурманская школа. Единственный недостаток у этой школы – это то, что у нее не было до сегодняшнего дня собственного здания. Капитальный ремонт по контракту стоит 179 миллионов рублей. Помимо масштабной реконструкции, также ведется работа по признанию здания 1937 года постройки объектом культурного наследия регионального значения. Одно из первых каменных зданий в городе. Лауреат выставок международных, в том числе в Париже. И эта школа – гордость мурманского образования, потому что в этой школе учились замечательные горожане. Пережила она войну, пережила бомбардировки, и следы от бомбардировок остались. Вот сегодня нам показывали строители. Сейчас подрядчики уже видят последствия этого. То, что там были переложены перекрытия после попадания бомбы. Поэтому, к сожалению, при ремонте, таком серьезном ремонте таких старинных объектов, зачастую вылазит то, что в документации на это здание не предусматривалось вообще. И даже видно, что в паспорте здания одно, а по ходу работ выясняется совсем другое. Сложный объект, очень сложный объект. Здание будет восстановлено и воссоздано в первоначальном виде. Планируется даже вновь установить колоннаду, которая когда-то была здесь. Кроме того, есть задумка установить архитектурную подсветку на фасаде здания. Я абсолютно уверен, что здесь, по этому адресу, в этом месте нужно, чтобы художественная школа была с архитектурной подсветкой. Если это будет объектом культурного значения, то культурное наследие, извиняюсь, то архитектурная подсветка требует дополнительного согласования, ее сложнее согласовывать. Если нет, то архитектурную подсветку мы сделаем без всяких каких-то дополнительных согласований. Завершиться реконструкция должна в январе 2022 года. И тогда в новой художественной школе смогут обучаться до 400 юных творцов. Также планируется, что это место станет не просто образовательным учреждением, а настоящим домом юного художника.